Опасно. Ну, ключи. Давай. Ребятушки, всем привет. Рыболовный клуб Джих. Больше пяти не собираемся, потому что столько посадочных мест, сколько и собралось. В общем, сегодня у нас вылазочка на южное водохранилище. Забегая вперед, так как это начало ролика, скажу, рыбку мы поймали. Ну вот. А сейчас отправляемся на Львовскую затоку. Попробуем еще так. Чем выше в Ждановской затоке, тем щука мельче. Это да. Да. Прямо пропорционально, да? Да. Так что, мы поехали. Смотрим дальше. Не матюкайся, я кино снимаю. Хорошая, да, Санич? Нормально. Буфрик работает, слышу. Не, таких... Мы отпускаем что-то. На той стороне. Первая есть, ребятки. Хоп. На блесны, да, клюет? Смотри, как красиво она там. Да. Это домой, да. Лушечка. Один, Маратона! А, ты еще со мной на передовой? Ты жадный сам. Ну, как жадно? Жадно это когда взял. Братан, бери. Уса не возьми. Понял, лисичка маленькая. Так, бывайте на рыбу. Да. Да мелкая что-то. Да. Подача была как у этого, блин. Ты... Да, ну. Да, мелкая. Да, чем выше залим, тем меньше щучка. Не, надо чуть-чуть побольше, чем та. Уже сначала бахнула, потом догнала. Когда яблони цветут, всем девчонкам нравится. Яблонька какая. Пчелки летают. Нетронутые места. Водичка чистенькая. Красотища-то какая. Сейчас будем искать зубатую бестию. Вкусно. Хорошая бестия. Ну, покрупнее, чем тебе, чтобы. Думаю, с тобой. Не, маленькая. Маленькая? Да что, хорошая, это как раз сзади, держи. А не, не. Он мне... Ну, он шапки ладит. А не, она маленькая. Да где маленькая? Она маленькая. Маленькая. Вот это, где вас таких понабирали, блин, а? Щутники, блин. Не, а. Ну,
такая же, стандартная. Неплохая. Да. Братик, силикончик. Я понял. Отпускай я с ним. Ты хоть маленький там, но отпускаешь. Давай. О, да. Ушла. Да. Братуха нащупал место рыбное. Ну да. Под жабры, Макс, возьмешь. Да, это неплохая щучка. А он наш. Ну, выноси на берег, пока там. Да, решили взять, ребята, немножко щучки. Так мы уже соскучились по нее. Поэтому мелкую, конечно же, мы все отпускаем. А вот таких красавиц, в районе килограмма, думаю, по пару хвостиков нам хотелось бы. Чтоб сошло. Ты уже тебе сказал. Чтоб ты ее поймал. Все, заканчивай. Хорошая? Вот так это хорошая. Я видел, братчик. Я же говорю, чтоб сошло. Хорошая щучка. Уйдет, да, уйдет, стреляй, уйдет. Кому куда? А мы на Львова. Это завтра футбольный матч. Не прокрыв, рыбацкий вырезки. Да, да, да. Повыпадает. Фух. Лучше завяжи. Финальчик. В общем, едем мы домой. В Львовску заехали, там ветрюганище. Проехали еще на Кукуты. Тут ноль полный. Общем, даже белой нету, скажи. Даже белой нету, да, рыбы. Да, даже белой. Ну ладно, в общем, посмотрим. Завтра, может, еще выскочим. Планы там есть разные, будем смотреть погоду. Совсем ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч на канале. Подписываемся, лайки там туда-сюда. Общаемся, ребята, пишите, задавайте вопросы. Вот. Пока-пока. До свидания всем.